днях светская общественность наконец-то собралась после каникул в Крокус-Сити-Холле по весьма значимому поводу. Посмотреть, как наши артисты борются за победу в различных номинациях премии телеканала РУ-ТВ. Поначалу вообще было непонятно, куда ты попал, ибо по красной дорожке шли расфуфыренные девицы со звездной подачей себя, чьи имена никому ничего не говорили. Куда больше интереса вызвали опытные звезды. Лада Дэнс, видимо, вдохновилась фильмом «Девушка с татуировкой дракона» и надела гигантскую серьгу с шипами, кожаное короткое платье и обувь под стать образу. Рядом с ней позировал внезапно посидевший Илья Зудин из группы «Динамит», который выглядел на фоне Лады как ее младший брат. А вот группа «Серебро», судя по всему, провоцирует общественность на повышение демографии. Девушки вышли на сцену в прозрачных юбочках и белых трусиках, которые потом полетели со сцены. Под ними, слава богу, обнаружились вторые. В зале стояла настоящая жара. Ведущие вечера певица Глюкоза и Николай Басков отпускали шуточки на грани фола. Некоторые зрители от бойкого конферанса расслабились до такой степени, что потеряли нить и начали пить стоя, заваливаясь на соседние вип-столики. Слава богу, к тому моменту, когда они дошли до кондиции, премия начала подходить к концу. Главную награду «Певец года» получил Дима Билан, но перед этим напугал зрителей вип-партера, не появившись на сцене с Юлией Волковой во время исполнения их дуэтной песни. Но потом все увидели Билана, поющего с балкона. Как только премия закончилась, произошел небольшой казус. Митя Фомин зачем-то схватил Диму за волосы, видимо, пытаясь таким образом поздравить артиста с победой. Билан оторопел от такой фамильярности и ухватил экс-солиста хай-фай в ответ. На этом, слава богу, инцидент был исчерпан.